Страсти ангелов накалены до предела, засосала Сульфуса и Раф в некую пространственную щель. Там и произойдет весь грех. Пока не знаем когда, но точно произойдет. Но все будет. Уже все происходит. Нам осталось чуть-чуть подождать. Друг познается в беде. Дружба — это прекрасно. Раф, я знаю, ты сердишься, но поговори со мной. Это реально голос Блум. Да, да. Я да, уже да, все, да. Моя Блум, моя ненаглядная. Надо найти этих актрис просто, потому что ты уже с ними... А я знаю, как эта актриса выглядит. Я знаю ее, потому что я смотрела озвучку героев, кто озвучивал «Великолепный век». И вот эта актриса, она озвучила... Она еще Хюрем Султан озвучила. Не, она озвучивала Хатидже. Да, 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 ты серьезно? Я тебе каждый раз об этом говорю, когда а мы смотрим. А я каждый раз забываю, что она это было. Она озвучивала Хатидже. Я думал, что она Хюрем. Не. Друг сразу поймет, что ты в беде. Не сразу. Я не видела ее со вчерашнего дня. Надо найти ее раньше, чем профессор Аркан хватится. Друг заботится о тебе и всегда придет на помощь, будь он ангел или демон. А если Сульфус просто сбежал? Может, он вообще бросил школу? Не смей так даже шутить! Это я виноват, если бы я не попытался его обмануть. А? Что это? Да, я убеждена в том, что дружба — это записку сила, спали, которая преодолевает любые препятствия. Ее нет нигде, я искала во всех классах. Она как будто испарилась. А мы посмотрели в столовой, у входа в школу и во дворе. Раф просто исчезла. И не только она. Сульфус тоже пропал. Демоны его везде ищут. Ты что? Это не вник. Это разве по-христиански? Читать чужие... По-ангельски. Я понял, почему у них такие высокие кровати. У них очень большие ноги. Мне тоже нужна высокая кровать. Это я тупой. Это личный дневник, Раф. Ты не имеешь права читать. Я знаю, но боюсь. Раф попала в беду. Ури права. Ури права. Когда без вести пропавшие детки... Или не детки... Для примера. Это крайний... Криминалисты должны найти ключик. У них, кстати... Есть специальный набор для вскрытия замочков. Эти ключики, я их всегда теряла, любым ногтем, блин, открываются. Ну, короче, у криминалистов есть специальный набор, который открывает, и они читают все секреты. Знаешь, это мужчина, который с одним ногтем вот так длинным ходит? Зачем? Ну, типа, это криминалисты. Они открывают. Я не знаю, зачем они так ходят. Ну, вы что, ты что, украешь, что мужчина ходит с длинным ногтем? Вы никогда не видели старых мужчин с одним длинным мизинцем? Блин, это... Это как Кэти Перри, которая два вот этих отстригла, это может быть... Это не Кэти Перри была, это была Леди Гага. А, Леди Гага. Не суть, нет, просто один вот длинный мизинец у них. Зачем? Я постоянно вижу. Чтобы прыгнуть кого-то. Чей исключительный? Как она могла? А! Сульфус ждет ее у комнаты состязаний. Идите туда, может быть, сумеете что-то выяснить. А я останусь здесь на случай, если она или Сульфус вернутся. Я не смогла спародировать. Не выйдет, это уникальное. Где Раф? Если с ней что-то случится, вы мне ответите. Это мы жертвы, а не вы. Потому что ваша сумасшедшая Раф похитила нашего Сульфуса. Раф похитила? О чем вы? Рога в мозг проросли? У нас хотя бы есть мозги. Вот эта записка от вашей Раф. Ого. А вот записка от вашего Сульфуса. Сучки, я начинаю драться, представляешь? Это какая-то шутка. Сульфус прислал такую же записку Раф. Вот она. И это его почерк. Я не понимаю, зачем им писать друг другу одно и то же? Да. И зачем им встречаться у комнаты состязаний? Ерунда какая-то! Зачем писать, если знаешь, где встреча? Я согласна. Если только... Если что? Если только Сульфус и Раф не знали, куда идут. Одним и тем же почерком написано. Да, почерк Сульфуса. Да писали не они. Ты совсем с ума сошла? Сама подумай. Мне кажется, обе записки писал один и тот же человек, чтобы заманить их обоих. Хочешь сказать, что кто-то заманил Раф и Сульфуса в ловушку?
это возможно. И тогда ясно, почему они оба исчезли. Если так, то наши друзья в опасности. Им, может быть, нужна наша помощь. Нельзя терять друзья? Ни минуты. Ну, наши и ваши друзья. Ой. Что это такое? Не знаю, но Раф и Сульфус там. Тогда надо идти за ними, что бы там ни было. Угу. Чего же мы ждем? Они сейчас будут сотрудничать. Ну все, ангелы поймут, начнут друзья. Ангелы не такие душные, а демоны не такие злые. И в принципе они могут все, быть командой. Все вот это вот, друзья, ангелы, это не для людей. Я все время думал, что там людей будут спасать, там как-то разгребать. Друзья ангелов для демонов, а не для людей. Что уже происходит? Ты как, Раф? Все хорошо? Спасибо. Что с нами произошло? Куда это мы попали? Мы вошли в комнату состязаний и провалились. Вспомнила. Я получила записку и провалилась сюда. Как же это ужасно. Зачем ты так поступил со мной, Сульфус? О чем ты? Я точно так же связан. Уверена, что это твоя очередная шуточка. А может, ты хотела остаться со мной наедине? Надеюсь, что кто-нибудь найдет нас здесь. Помогите! Сладкая, держись! Жива? Едва ли. Тебе больно? Царапина. Вопрос в том, где мы? Я и не думала, что у них хватит мужества отправиться в бездну. Они верные друзья. Да, сила их дружбы велика. Я ее недооценила. Ни в коем случае эти четверо... Вот эти вот злодеи, которые... Какие они классные, я их недооценила. Такие очень хорошие друзья. Друзья. Ты знаешь, как бабульки, которые хвалят своих внуков. Не должны найти наших маленьких гостей, ни за что. Я прослежу, миледи. Ты Малаки, твоим силам не справиться с силами двух ангелов и двух демонов. Они запросто расправятся с тобой. Если только я тебе не помогу. Вы можете это сделать? Молчи! Смотри и учись. Туманы бездны, властительница тьмы обращается к вам. Утолите мою жажду мести и почувствуйте яд, который разливается в моих венах уже многие века. Объединитесь с моими злыми чарами и позвольте мне уничтожить моих противников навсегда! Ой-ой-ой, что это такое? Возьми это. Теперь ты справишься и с ангелами, и с демонами. Они не должны найти Раф и Сульфуса. Короче, это мне кажется, та девчулька, демон, в которой был влюблен другой ангел. Вот их что-то разделили, и они находятся, они прикованы. Ее дружок живет где-то в другом совершенно измерении. И они тоже все чахнут, короче, от любви своей. Ужас, слушай, какая ужасная, какая страшная теократия там. Да, прикольно, они до сих пор живы. И она хочет освободиться. Все это ради любви делается, понимаешь? Классно. Крылья ввысь! Ого! Тяни! Простите. Не выходит. Видимо, он прям накачался так за секунду. К сожалению, даже мои силы не могут избавить от этих цепей. Ой, я все время задавался вопросом. А если мы цепочку... Ну, мы встанем просто. И она упадет к ногам. Ну, такой вариант, допустим. Или ее вот так поднимем и просто бросим. Они же... Да. Они же... Ну, ладно. Прости, что сказала, будто это ты все подстроил. Я понимаю, твоей вины здесь нет. Почему ты передумала? Я чувствую. Не знаю, как объяснить, но после того, как мы нарушили вето, все стало каким-то странным. Да. Я тоже чувствую. И записка, а теперь это. Кто стоит за этим? Не знаю. Но кто бы это ни был, им крышка. Сколько раз повторять? Есть только одна тропа через лес, и она перед нами. Это единственная тропа, если мы идем
пешком, но мы умеем летать, забыла? Зачем нам лететь над деревьями? Не могу, мне просто смешно. Я смотрю на Лук сладко, и мне очень... У нее прям сердечко прям вот здесь вот такая. Она такая, и мое имя сладкое, я вот такая вот вся ангел. Какая пошлятина просто. Ну это же прям вот ужасно. Видите, какие они высокие? Что, боишься, детка? Хватит спорить, наши друзья в опасности, а мы тратим время. И что делаем? Летим или идем? И то, и другое. Так мы охватим большую территорию. Сладко и я пойдем пешком, а вы будете лететь над нами. Надеюсь, мы найдем Сульфуса и Раф. Крепись, друзьям нужна помощь. Надо во что бы то ни стало остановить их. Приемчики Трикс. Сделать каких-то животных злыми. Что это? Ты ощутила, да? Да, мурашки по коже. Что-то бригада как будто... Реально просто призвали чуваков из бригады, и все пошли, все. Я боялся этих пацанов. Не, реально это бригада. Эти птицы странно выглядят. Да, странно. Все, Кабала и Кабелия. Кабелия это два имени. Кабелия или Кабелия. Спасибо. Не за что. Кабали, я иду. Крылья ветра. Все, это Кабелия, это Кабали. Очень мило. Очнись, очнись, прошу тебя. Мы не справимся с этими птицами, Кабелия. Они слишком сильны, мы должны вернуться. Надеюсь, что ангелам повезло больше, чем нам с тобой. А весь смысл в том, что нам нужно объединиться. Демон и ангел должны рука об руку. С великим злом. Тогда демоны уже, получается, не зло, но это такая субъективная конструкция. Я не могу, когти бригады, мне не страшны, а вот его рык. У меня идея. Заткни уши, Ури. Да, она муза. Да, говорят, музыка успокаивает даже самых жестоких зверей. Ты поторопилась. Это говорит? Я не знаю, что еще бежим сделать. Бежим на ту поляну, надеюсь, он не догонит нас в густом лесу. Хорошо, побежали, подружка. Полетите? Не-не-не, они же договорились с демонами. Демоны летят, мы идем пешком. Ангелы играют по-честному. Ты крылья! Что будет, если нас не найдут, а? Как ты можешь так говорить? Мы даже не знаем, где мы, Раф. Если друзья не отыщут нас, что тогда? Сладкая и Ури не перестанут меня искать, я это точно знаю. Это не поможет. А вот та третья перестанет. Их же трое, подружек. Сладкая и Ури вообще меня найдут, а вот та в синем, она меня кинет. Да, кстати, они же подруги все. Да. Твой пессимизм тоже. А тебе весело? Мы не можем... И бургерный чел, получается, да. Никакой ему не друг. В смысле, он разве сказал... Он не упомянул девчонок, он просто сказал друзья. Угу. Он не пошел его вызволять. А че он не пошел? Хватит эти цепи! Мы застряли здесь навсегда! Раф, неужели ты не понимаешь? Навсегда, да. Ты прав. Потому что мы бессмертны. О чем ты? А что, если из-за этого мы и не можем освободиться? Из-за бессмертия. Давай станем смертными, Сульфус. Ты чего? Правда думаешь, получится? Нам нечего терять. Кокс! А-а-а!
Я сейчас про это продумал. Я сейчас же про это подумал. Мы все про это подумали. Василиск, сюда. Начни превращение, Кокс! Защищать! Начни превращение. О, сработало! Я снова свободна. Это немного ломает логику, ну ладно. И охранять! Сейчас будет происходить просто... Начни превращение! Проклясть и спутать! Проклясть и спутать. Это сработало? Отличная идея, Раф. Ну так можно. Слушай, это же вообще безопасная сейф-зона. Вы вообще такие дурачки, там ваши небесные канцелярии уже все придумали. А ангелам вам так и сказали. Нельзя. Но людям смертным ты никакие штрафы не получаешь. Ты не получаешь ни звездочки, ни какие-то... Живися спокойной жизнью. Вы уже вот в душ идете, да, перед... Здесь то же самое. Превратился, потом обратно. Все. У тебя другое тело, другое ощущение. Вообще, может быть, ангелы – это все бесполая конструкция. Она вообще ничего не испытываешь в этой жизни. Поэтому все было предусмотрено заранее. Че проблема вообще? Откуда берете вы? Как бы теперь отсюда выбраться? Дверь не заперта. Я остановил ангелов и демонов, но Рафу и Сульфусу удалось бежать. Не бойся, Малаки, так и надо. Что? Но они на свободе. Они и так думают, Малаки. Я хочу, чтобы они так думали. Че, все? Серия идет же 10 секунд. Я совершенно про это забыл. Что, сюжет развивается? Мне не хватает то, ради чего я здесь собрался. Где глупости? Да, в этой серии ни ангела-архангела, робота-архангела, ни тебе вообще ничего. Просто хороший сюжет. Слушай, лучше робота-архангела, наверное, ничего не было. Не, меня там вообще расшатало конкретно. Я до сих пор в этом меме живу. Просто сюжет был хороший, и больше ничего. Да, слушайте, прикольно. Маленькое приключение на 10 минут. Ладно. Плевать, я думаю, что на этом не закончатся всякие разные стыдные истории. Так что в следующий раз увидимся. Пока. Пока. Молитесь перед сном.